Самые люди с таким чистым сердцем, незапятнанным сердцем, не заслуживали этого дня. Дело в том, что Сеня, у евреев есть понятие «тихун алам» – улучшение мира. Так этот молодой человек, как себя вел в жизни, ласковый, ласковый муж, ласковый ко всем, ласковый братьям, детям. Подобным это редкий мальчик, всегда с улыбкой. Не должно было случиться, но, по-видимому, он сделал все, что можно было сделать в его силах для улучшения этого мира. Он действительно исполнил свой тихун алам. Сполна, наверное, к сожалению, но рано завершил, он мог еще много сделать. Но рахматана.